А сейчас переходим к осени. Хотели мы спеть песню на стихи Дмитрия Евгения Д.М. Ильишенко. Просто тебя так называть. Это незрячий поэт. Хочу сказать, он написал это стихотворение, на его стихи мы сейчас поем эту песню, в ответ на стихотворение одной украинской поэтессы, которая, Депресняк, у нее стихотворение было. Вот я пересказываю в двух словах. Я прихожу домой, дождь лет, прихожу домой, муж сажает меня в кресло, надевает на меня носки, дает мне чашку чая, а мне ничего не нужно, у меня депресняк. И он, вот этот незрячий поэт, отвечает ей стихотворением, на котором мы сейчас поем песню. «Осенний день». Сеяние, дождик, осень, златогривая. Этот дождик мелок и смешок. Веселая, счастливая, позабыв накинуть капюшон. Слава!